Аллею памяти героям Великой Отечественной войны открыли сотрудники полиции и ветераны МВД в Уссурийске. Имена 14 милиционеров, героев Советского Союза, увековечили на мемориальных плитах. В мероприятии приняли участие руководители УМВД России по Приморскому краю, преподаватели юридического вуза, курсанты, ветераны органов внутренних дел и почетные гости. Судьба их очень разная. Одни у меня служили в органах внутренних дел до Великой Отечественной войны, вторые служили после, а есть, говорю, которые служили и до, и после. Но всегда всех их объединяло одно. Это борьба с преступностью, это борьба против врагов нашей Родины, это борьба за нашу свободу, за свободу нашего народа. Я хочу сказать, что это важно очень сегодня. Вот они все... Все 14, которые здесь, они их объединяют одно-то любовь к Родине. Так же, как отметил Валерий Яшин, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Приморского края, все наши герои являются символами храбрости, примером беззаветного героизма и отваги. Им сегодня слава и слова народной благодарности. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.